В администрации муниципального образования Кашхабльский район прошло очередное планерное совещание, в котором приняли участие заместители главы администрации, руководители структурных подразделений и главы сельских поселений. В числе приглашенных были руководители общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также ответственные за ведение социальных сетей района. Планерка прошла под руководством главы района Заура Хамирзова. На повестке дня рассматривались важные вопросы, касающиеся развития района и повышения качества жизни его жителей. Первым вопросом стало достижение KPI показателей. Заместитель главы администрации по экономике и социальным вопросам Марита Тугланова представила текущие показатели и планы по их улучшению. Она акцентировала внимание на важности выполнения поставленных целей. Начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов доложил о проведенной работе по борьбе с сорной растительностью на землях сельхозназначения и в населенных пунктах, а также о количестве составленных протоколов и мерах по покосу придорожных участков. Особое внимание было акцентировано на вопросе по ведению социальных сетей. Аслан Карданов поделился данными о рейтинге Центра управления регионом, отметив как достижения, так и области, требующие дополнительного внимания. Глава района призвал ответственных более серьезно отнестись к этой задаче и приложить все усилия для достижения показателей. Совещание прошло в конструктивной обстановке, участники обсудили и другие актуальные вопросы, наметили дальнейшие шаги по улучшению работы.